Здравствуйте, меня зовут Прозорова Ирина Олеговна, я логопед-дефектолог Центра Кругозор, и я расскажу вам, как в своей практике используют эти две замечательные вещи, борт и восьмерку, которые помогают мне на занятиях решить очень много задач. Сегодня вы посмотрите занятия с ребенком. Девочку зовут Маша. Маша у нас школьница, она идет в 5-й класс. Соответственно, задачи, которые мы будем решать на занятии, это профилактика и коррекция дисорфографии. Почему я говорю о коррекции и профилактике? Если у ребенка есть этот диагноз, подтвержденный неврологом, то, соответственно, мы с помощью данных упражнений можем способствовать разрешению, да, или компенсации данного диагноза. Если у ребенка дисграфии нет как диагноза и нет диагноза дисорфографии, то с помощью данных упражнений мы сможем предотвратить появление данных нарушений у ребенка. Задание, которое я приготовила для Маши, это задание в соответствии с ее возрастом и задание в соответствии с уровнем ее школьной подготовки. Конечно же, вы при работе с ребенком можете давать задания совершенно другие, подбирать материал, который актуален для вашего конкретного ребенка. Первое наше задание – это задание на межполушарное взаимодействие. Во-первых, борт, он сам по себе очень хорошо решает именно эту задачу. Когда ребенок находится на борде в движении, работают оба его полушария, мозга. И я это упражнение усложнила вот таким пособием. Это пособие «Нейропсихологическая игра», где ребенку предлагается повторить жест пальчиками, или же где ребенку предлагается принять позу, которая у нас видна на картине. Давай, качайся, не забывай при этом качаться. Хорошо. Так, усложняем. Будь внимательна. Молодец. Хорошо. Умница. Хорошо, правильно. Это сложно, я понимаю. Давай, разбирайся с руками. Это последнее задание. Вот, умница. И вот такое последнее задание. Молодчинка. Да-да-да, нужно соединить сзади. Так, следующее задание – это уже подготовка к школе, подготовка к учебному году и отработка словарных слов. Это та самая профилактика дисграфии и дисорфографии. Я называю ребенку словарные слова, и она мне должна эти слова назвать по буквам. Что здесь происходит? Во-первых, при движении на борде у ребенку в этот момент нужно прежде всего удержать равновесие. Таким образом, его мозг и его внимание направлено не столько на сами слова, сколько на вот именно само положение тела. Поэтому, когда ребенок проговаривает буквы, то мы получаем более глубокую степень запоминания. Мы получаем лучшее восприятие данного слова ребенка. Это во-первых. Во-вторых, опять же, при том, что ребенок стоит на борде, происходит активация мозжечка, который стимулирует у нас вообще в принципе мозг как таковой, который стимулирует наше движение. И поэтому при подкреплении каких-то учебных знаний движением мы тем самым улучшаем восприятие этой информации. Мы помогаем ребенку быстрее и правильнее запомнить необходимую нужную информацию. Что касается дисорфографии, то опять же ребенок внутренне вынужден, это происходит в связи с необходимостью мозга внутренне проговаривать про себя и прописывать это слово. То есть тем самым он в дальнейшем, будучи на занятии, это слово напишет правильно. Горизонт.
K-O-T-I-Z-O-T. Качаться не забываем. Директор. D-I-R-E-K-T-O-R. Умница. Изображение. Изображение. Дальше мы наше задание усложняем. Мы добавляем еще один элемент. Мы ребенку кидаем мячики разного размера. То есть ребенку нужно поймать мячик и уже кинуть назад это слово, словарное слово по буквам. То есть это еще сложнее держать равновесие, подстроиться под размер мячика, который нужно ловить, потому что положение рук меняется у нас. В большом мячике у нас руки так, в маленьком мячике, чтобы его поймать, руки значительно ближе. И поэтому, собственно, положение тела у нас диктует ребенку еще больше сложности, поэтому мозг активируется еще лучше. Обида. О-Б-И-Д-А. Приятно. П-Р-И-Я-Т-М-О. Молодчинка. Следующее задание, которое было для Маши, это отработка достаточно сложного правила о безударных гласных в корне. Машеньке нужно было, качаясь опять же на борде, подобрать проверочное слово. Если в слове пропущена буква О, Маша хлопала один раз. Если в слове пропущена буква А, Маша хлопает два раза. Что здесь происходит? Здесь происходит несколько ступеней деятельности. Во-первых, по-прежнему мы держим равновесие. У нас тренируются межполушарные связи. Во-вторых, включается именно интеллектуальная познавательная деятельность. То есть ребенку необходимо вспомнить проверочное слово, вспомнить само правило. И таким образом, вот само правило, вот эти знания, они у нас превращаются в навыки. То есть ребенок в этой ситуации вынужден это знание применять. Он должен искать проверочное слово. И следующая ступень аналитического процесса, ребенку нужно вспомнить, сколько раз нужно хлопнуть, когда буква О, или сколько раз нужно хлопнуть, когда буква А. Это задание очень сложное. Это задание помогает понять, насколько хорошо ребенок усвоил данное правило. Если правило усвоено плохо, то ребенок просто его физически не сможет выполнить, потому что он будет буксовать на каком-то из процессов. И здесь очень здорово будет понятно, что именно вызывает сложность у ребенка. То ли он не может найти проверочное слово, то ли он не может ударение, то ли он не может вот эту самую букву-то вычленить, которую писать. То есть на каком этапе у ребенка происходят сложности. Данное упражнение хорошо работает при любом правиле русского языка. То есть мы берем просто учебник, берем любое правило и вот таким образом отрабатываем. Тем самым эти знания мы переводим в навыки. Мы переводим именно, мы получаем именно тот результат, который нужен для того, чтобы ребенок применял эти правила на практике. Кормить. Так. Кормить. Молодец. Шары. Шар. Умница. Дожди. Дождь. Хорошо. Теперь я тебе кидаю слово, а ты мне возвращаешь проверочное слово к этому слову. И говоришь, какая гласная будет у нас в корне. Хорошо? Да. Далеко. Дали. Молодец. Следующее слово. Дождевой. Дождь. Молодец. А следующее мы взяли восьмерку нашу замечательную. И уже работали с восьмеркой. Почему этот тренажер так хорош для школьников? Дело в том, что вы все знаете, что у нас обучение, оно строится на визуальном анализаторе. То есть вся информация в школе ребенку передается через зрение.
И таким образом именно зрительное восприятие у детей развито лучше всего. А слуховое восприятие, оно идет как дополнительное. Но при этом на всех контрольных, на всех проверочных, вот те же самые диктанты, ребенку необходимо именно слуховое восприятие. Ребенку важнее намного воспринимать информацию на слух. Поэтому, когда ребенок берет в руки восьмерку и все свое внимание переводит на то, чтобы шарик у него катался по желобкам, во-первых, это наши любимые межполушарные связи. Во-вторых, это тот самый зрительный анализатор, который переключается. И тогда ребенок воспринимает информацию только на слух. То есть задание ребенок должен воспринимать, задание, которое я ребенку говорю, ребенок воспринимает слухом. Ребенок должен мне ответить, дать правильный ответ. И тем самым, опять же, мы все знания, которые есть у ребенка, очень здорово проверяем и корректируем, потому что очень сложно, исключив зрительный анализатор, воспринимать на слух. То есть мы убираем один из, скажем так, помощников, мы его переключаем, и поэтому ребенок у нас вынужден воспринимать информацию на слух, тем самым тренировать тот самый центральный слух, общий слух, которые очень часто у школьников развиты недостаточно. Я тебе буду говорить слова. Твоя задача сказать мне, какой частью речи является это слово. Вода. Существительное. Умница. Слезливый. Прилагательное. Молодец. Бежит. Глагол. Хорошо. Слезы. Существительное. Хорошо. Молодец. Речка. Существительное. Белый. Прилагательное. Угу. Прыгай. Глагол. Шоссе. Ше. Молодец. Россия. Р. О. С большой буквы. Умница. Сэ.